Ну вот мы на знакомые уже кому-то точки. Сегодня поговорим про салат. И еще арбузиков возьму. Вот салат гула пассир. Гула — это сахар. То есть это сахарный какой-то особый сорт. Растет здесь, я так понял, на Яве очень много его. Сейчас я с солнечной стороны подойду. Вот такими вот он висит на деревьях, видимо, штуками. Снейкфрут его также называют. Такой у него, ну, на яблоко чем-то похожий, такой с легкой сладостью. This is gula. 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 Sato. Окей, дуа. Вот, возьму еще джекфрутец. Джекфрутец я уже знаю. Но, сато. Вот его надо покрупнее брать. Он когда из центра этого фрукта, он там послаще такой, посочнее. Тоже возьму одну коробочку. Вот, и буду еще арбузы брать сейчас тоже. Давайте заодно расскажу. Арбузами там ни у кого, никого у нас не удивишь. Арбузики здесь круглый год. Конечно, не астраханские. Ну, такие они маленькие, как правило, по 3 килограмма. По 3, ну, может быть, 4. Выбирать уже научился. Здесь важно, чтобы у него была вот эта попка максимально сухая к основанию. Тогда он посвежее такой и послаще. Хотя, ну, они все здесь такие бледноватые. И должна вот эта попка легко отрываться. Вот this one. Здесь уже оторван. Ну, тоже видно, что засох уже, как бы хвостик у него прям к основанию, тоже беру. Ну, это местный ассортимент. Про дракон я уже рассказывал, можно посмотреть. И апельсинчики тоже местные, про них отдельный разговор, абсолютно не похожий на наши. Тоже сделаем видосик, посмотрите. Все, рассчитываюсь и едем кушать. Так, ну вот мы дома. Виолетка салак у нас любит. Сама вот его разделывает. Он такой, у него, правда, как кожура остренькая. Немножко пальцы иногда обдирает. Вот так вот. Ну, про салак мало информации в интернете, поэтому немножко расскажу. По составу вообще фрукт такой уникальный. Я вот его, ну, познакомившись там со всеми тонкостями, решил, что он такой больше как заменитель морковки нашей. В нем очень много бета-каротина, чуть ли не больше, чем в морковке. И, ну, соответственно, для зрения и прочее. Вот, по кальцию тоже он лидирует. Вот. Ну и не говоря уже о всяких там пищевых волокнах, которых вообще полно во фруктах, в любых, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. То есть эти волокна, они не перевариваются. Если вы в теме, уже вы знаете, что это как раз то, что кушают вот те самые бактерии наши... родные, так сказать, да, если мы их не травим там всякой тухлятиной, да, то вот эти бактерии, они как раз кушают в основном клетчатку из овощей и фруктов и производят все, что необходимо для нашего организма, да, и микроэлементы, и витамины. Вот, поэтому фрукты, конечно, по рациону, то есть если рацион состоит из фруктов, вы не, ну, только из фруктов исключительно, вы ничего не теряете. То есть во фруктах есть практически все, что вам нужно, а то, чего нету, добавляется вот за счет жизнедеятельности бактерий, которые кушают клетчатку из фруктов. Вкусно?
Вкусно, Виолет? Да? Такой сладенький и такая консистенция яблочная очень, очень приятная. Вот такой вот у нас вызывает эффект поедания фруктов. Ну все, на сегодня все. О салаке все. Стремитесь к фрукторианству. Будет круто. Пока, Виолет. Давай, маши. Пока, пока.